Так, ну ладно. В целом я хочу сказать, что мы вроде как пережили то, что, собственно, могли пережить, и в результате у нас имеется то, что имеется. Как ваши дела? Как ваш понедельник, начало новой недели? Обычный среднестатистический понедельник. Нет, это не так, потому что сегодня вы получите, среди прочего, прекрасный кого по фазмофобии. Там большое обновление. В ближайшие дни у меня достаточно занятый плотный график, и в результате я обратился к ребятам с предложением устроить КО по фазмофобии сегодня, в понедельник, в рабочий день. Поэтому, соответственно, сегодня мы будем делать фазмофобию испанцев, и я думаю, что все будет хорошо. Рангар. Да. Привет, да, я просто... Здравствуйте. Я таким голосом говорю, потому что у меня обычно микрофон все время работает через жопу, и мне приходится потом настраивать источник звука. А сейчас получилось да, по-другому. Ну, вроде нормально. Как дела? Хорошо, а у тебя как? Нормально, видишь, ну, все-таки... А ты скачал обновление? Да, подожди, а какое обновление? А когда оно было? 15 метров какое-то, не знаю. Не, ну я как бы запускал игру сегодня, и вроде все работало. Мне нужно еще что-то докачать. А, без нас играл, что ли, серьезно? Смотри, это профессионализм называется. Если игра была удалена, то ты просто проверяешь ее перед стримом. Вдруг она не будет работать. А, ну да. Ты с этого, с микшера там не удалил ничего, там никаких испанцев, нет? Не-не, все на месте, все на месте. Все дожидается. Я понял, хорошо. Так, я пока сейчас проверю тут звук. И рум, представляю, комната, написано, комната называется Дискорд. Дай нам знак! Дай нам знак! Какой? А, вовсе, меня слышно отлично. А, привет, Дима, привет! Нормально. Я проверяю в игре. Так, я не понял, Дангар, я только что всех научил, как правильно общаться, как правильно разговаривать, а ты... Так, а вас... Ну-ка, поговори что-нибудь. Говорю. А, проблема... я вас не прибавил, секундочку. Ага, проблема в том, что ты там что-то рассказывал, но без нас, походу, да? Потому что мы вообще не в курсе. Да, ну как бы это Дангар, он... Вот, серьезно, Дангар, вот, Артур, я в тебе не сомневался, а Дангар, он просто, ну, пиздец. Что смотри, опять? Смотри, рассказываю, значит, зрителям в чате, безграмотным моим зрителям в чате рассказываю, что да, обращение грубо. Всегда с обеих сторон обособляется запятыми. То есть надо говорить «здравствуй, запятая Дмитрий, запятая, как твои дела». То есть у меня весь чат грамотный стал, все будет перед учителями, так сказать, выебываться на русском языке. Захожу в Дискорд, смотри, твой чат, а? смотри, захожу в Дискорд, и Дангар говорит: «Здравствуй, Дмитрий!» И ведь не называет запятую. Видишь, какой безграмотный человек. А знаешь почему? Потому что селедка и вискарь смешиваться не должны. Это сила. Не должны. Сила, да. Подожди, ты можешь повторить насчет кавычек? Запятых. Ага. А, запятыми? Запятых, то есть да. Обращение... В кавычках это прямая речь, вот это вот все, знаешь, вот эти вот... А это как называется? Деепричастный оборот? Нет, это называется как обращение. Обращение всегда с обеих сторон. Блин, классно. Обособляется. А дефисы там вот это вот... Ну, ты так сильно не грузи, так бы так много сегодня людям информации дал. Это нужно обдумать, нужно переварить. Сейчас смотри, Дима, который Дангар, создаст... комнату. Давайте, потому, давай один... называть так. Давай ты будешь говорить Дима и безграмотный. Дима, чтобы мы сразу понимали, о чем мы говорим. Какой Дима безграмотный в этот раз? Понимаете, в этот раз. Это что такое? А давай сейчас откроем нашу переписку, кто меньше всех запятые вставит. Это киберответ за кибербуллинг сейчас не преступный киберсговор или что сейчас произошло, пока меня не было у вас тут в этом? Ты хочешь открыть нашу переписку и повыебываться запятыми? Я бы твой пистолет этого не делал. Товарищ, запятые, это не ко мне. Слушай, ну я кибербоулинг, я его не поддерживаю, в принципе, поэтому давай его Дангаром буду называть, а ты там как хочешь. Ну, просто давай, я не могу сказать, так, там, вот, типа, неграмотный Дима, а? Там, допустим, создай лобби, да? Ну, я же не могу так сказать. А! Бля, что так громко вы... Ты что так орёшь? Так потому что громко вы не что обосрался. Да, потише делать в игре. Да ты чё, блядь, чуть не оглух. Так, я вижу в Дискорде. А ты можешь заметить меня тут потише, погромче. Да, давайте. Во-первых, го ко мне сюда, вот в лобби прям. Выходите, смотрите. Я вам сейчас кое-что покажу. Но. Стоишь такой, ты просто смотришь вот тут вот наверх, видишь? Ну. Ну и чё? Лампочки, и глаза. Чё? Глаза, видишь? Да. Прикольно, да? И глаза? У тебя, может, две лампочки, откуда ты знаешь? А, блядь, так. Ты как это, изгоняющий дьявола. Смотрите на пол. Откуда ты это все знаешь, Артур? Да мне только что в чате написали. Постоянно втихаря. Да я даже не втихаря сюда захожу. Дангар, подойди к двери, вот к этой. Нужно проверить кое-что, пожалуйста. А что я? Они со мной даже не разговаривают. Да мы тебя слышим, мы тебя слышим, все нормально. Да мы тебя слышим, иди. Дангар в правое ухо... Блядь, как вы громко разговариваете. Дангар в правое ухо говорит, что он стоит.
А что ты маску надел зачем? Это ты тоже маску надел. Сейчас все маски надели, видимо. Поднимите голову чуть-чуть вверх. Вверх. Нет, сильно вверх. Пониже. О, блядь, Дангар страшный был. Пониже, пониже. Чуть прям мышкой, медленно. Дангар, еще чуть-чуть. Медленно. Дангар, чуть-чуть. Стой, выше. Назад. Стой! Артур, чуть-чуть влево, Артур, чуть-чуть влево. Ай, хорошо, чуть-чуть. Вот, блядь, да прекрасно. Это, знаешь, как картинка из этого, ебать ты лох. Хоть на мем, блядь, забирай. Смотрите, подойдите к двери и посмотрите в трещину. В трещину посмотрите вот в эту вот, секунд 15. Ну, смотри. Сразу сработало, хорошо. А ты говоришь, секунд 15. Нет, там надо 15 секунд смотреть. 15 секунд надо смотреть. Каких? Сразу сработало. Не-не-не, там еще будет. А, еще будет? Ладно, сейчас в очередь стою, хорошо. Ой, хорошо. Ничего не происходит. Дангар, я пошутил. Это киберприкол, понимаешь? Это развод, короче. Так, ну-ка дайте фонарь. К нам залетел дядя Богдан. Дангар спалит. Скажите, Дангар это закрыл. Скажите, Дангар. Что там происходит, а? Как они понимают? Кто из вас? Кто из вас? Кто из вас? Дангар, ты код спалил на стриме. Дангар, тебе передает дядя Богдан, что ты спалил код. Зачем ты его выгнал? Такие вещи правильно говорит. Я разбудил тебя. Ну что, смотри. Я велел тебе передать, что ты спалил код на стриме. Чел, нам жизни не дадут, поэтому... Я не знаю, очень культурный зашел человек, сказал сказать Дангару, что ты спалил код. Вот мы тебе передаем. Ё-моё! Ты не скрыл код! О, боже мой. Спасибо, дядя Богдан, ты молодец. Все, мы здесь опять. Дангар, в общем, ты как командир нашего отряда должен будешь выбирать задание и кто-нибудь... Ой, ё-моё, а что так много карт? И не сбегать, Дангар. Командир, короче, не сбегает никогда. Смотри. Какая карта новая? Нет, это в общем, тут есть карта, в которой, короче, типа там палатки чистые, ну, что-то новое. Вот, по-моему, прекрасный кадр для превью. Наверное... Я беру сумку. Дангара надо немного убавить. Да, кстати, Дангара бы немного убавить. Дангар, да вот, ты сам, сам себе убавил его. Вот. В смысле? Да, вы... Оно не работает. Работает? Ну, я потом его добавлю. Да, у меня надо. Работает нормально все. Он у меня добавляется в ноль. Дангар, поговори. Распятие есть. Угу, хорошо. Вроде все. Дангар, поговори. По-моему, слишком убавился. У меня больше вообще не разговаривать. Нет, я поставил ноль, больше не работает. Не, ну ты его выключил, потому что ты на ноль поставил, поэтому это не он молчит, ты просто его не слышишь. А как его включить теперь? Ну, поставь на 50. Так у меня на 100 теперь стоит. А, да? Подожди. Ну, включи его тогда в Дискорде. Раз, два, три. Во, заработал. А, у меня напугал, что ли? Он типа меня напугал, что ли, сейчас? Спасибо, суперстикеры. А что такое суперстикер? Работает? Да мне что-то кажется не работает. Просто... Спасибо, ну, это большое спасибо, я не видел записи. Это большие смайлики на ютубе в чате, вот эти платные. Да, прикольно. Ну что это такое, блядь? Что это такое? Я не сомневаюсь, я туда. Дима, ты каждый раз палишься со своей музыкой. Ты знаешь, с каждым разом все хуже. Ты понимаешь, что скоро с тобой... Это же что такое? Спасибо. Я думал, ты подмьютился. Нет, ну это стыд, мне кажется. Сейчас это был стыд. Радиоприемник, да. Дангару надо купить. Пожалуйста, нажмите готово. Это не я. Так, а что такое? Это ферма какая-то? Да, это вообще что-то, смотри. А что закрыто? Ну, типа ключи у меня были. А, открыто все. Открыто, окей. Ля, какая гадость. Так, это парк какой-то. Тут люди пиво выпивали. Здесь, блядь, кто-то в боулинг играл. Открывается, конечно, страшный звук. Фонарики слепят прям дико. Мне кажется, игра стала как-то... Ой! Вы было только что? Вибрация телефона. Вы было? Было серьезно? Как ему вообще на улице что-то стермонт? Зачем тебе это открывать? А как вот эта маленькая палатка открывается? Мне показалось только что, что кто-то противно кряхтел. Это Дангар. МП, все, МП-2. МП-2. Скажи что-нибудь. Какая машина? Кому сказать? Что сказать? Во-во-во, дыхнуло, смотри. Но не в меня, судя по всему. Так, ну... Вот здесь два. Она здесь обитает, в этой палатке. Да, она в этой палатке обитает.
И здесь она фонит. Вот на переходе здесь. На переходе мы, здесь мы стали вот свидетелями МП. Паранормального явления, у нас галочка стоит. Это типа вздох вот этот. О, 4 МП! 4 МП! А, блять, атака началась, сука. Блять, только началось. Серьезно, я еще камеру. И кто такая вообще? Чат, а как прятаться тут? Ну типа. Все живые. Все живые. А где они? Это же как надо затихариться-то, прикинь? Почему Артур с Димой умирает первым всегда? Да это последние два раза было. До этого я постоянно выживал, они дохли. Ты что, не помнишь? Что-то изменил. Ты посмотри, как они скорбят. О, маршмеллоуки. Кайфно. Вы видели это? Она шла прям за ним. А, ну понятно. Даже не знаю. Нормально, окей. Че за хуйня произошла, блядь? Я смотрел, вот так скорбили, типа. Ты вообще понял, что на этой карте делать? Нет. Я что-то не понял даже, как от нее прятаться. Здесь слишком все открыто. Я от нее убежал. Я сначала первую волну в этом Я первую волну пережил в палатке, а вторую, короче, не смог. Я даже специально отвернулся от нее, типа, думал, она меня затылком не узнает. Да я ее видел. А тут уже поехал, ну, блядь. Вот поэтому у меня денег и нет, потому что с вами последние разы я умираю. Ну, естественно. Ну вот, видишь? Вот это значит твоя вина. А, да, серьезно? Конечно. Ты же умираешь, что они мы. Вы вообще меня подставили? Так, сейчас, подожди. Он что-то хочет. Прокиньте что-нибудь, ничего тут появляется. Атака, я начинаю разговаривать, а вы просто молчком все по кустам. И даже не можете мне сказать, что там атака началась. Ну, это он должен кричать, эти, как их... Карибцы. Испанцы? И уехал. Ну, блядь, и уехал, ты посмотри. Он просто доставил, что у нас нету снимался. Блин, призрака точно ставить? О, все, короче, господи. Я тоже забыл, я тыкнул даже на Анрё. Я даже угадал, но я не выбрал его. Ты понял, Артур, прикол? Он такой, вы здесь, никого нет, и вы быстренько уехал. Что-то мы там не говорили, блядь. Он просто взял, короче, и уехал. Так, ну заход плохой. Я предлагаю сначала зайти на нормальном уровне сложности, не вот на этом, потому что это какой-то пиздос. Так, я все проебал. У меня ничего нету больше. Ого, там кто-то пьет. Так, Артур ругается матом. Ё-моё, я этот, как его мышатиф просрал. Как у Куплинова канал называется? Чел, ты не поверишь. Зажигалка. Он тут звёздный прочитал, а? Это кибербуллинг, это ваша договоренность, я понял. Я понял, это все ваша договоренность. Я не обращаю на это внимания, меня таким не проймешь. Мужики, блин, мы идите по этой дорожке. Ну? Идите. Вот сейчас налево будет, он рук налево поворачивайте. Так. А зачем ты нас туда заводишь? Это точно ты, Дангар? Он, по-моему, нас на убой ведет. Он увидел там призрака и хочет, короче, чтобы нас писали. Наверное. Да, ага. Генератор нас там ведет. Стоп. Ого. Смотри, тут еще сколько. Там дом? Подожди, так может сесть прикол-то в доме? Ну, типа, в прошлый раз приколов дома не было. Я тебе говорю, Дангар умрет последний. Он опять нас бросит, короче? Он утопить нас хочет. Он нас хочет утопить. Он ведет нас в воду, говорит, прямо. Прямо. Слушай, тут реально какая-то пятница. Сейчас температура погреется? Я не знаю, что это нам даст. Артур, иди сюда, я померю тебе температуру, Артур. Иди сюда. Так. Можешь колбу приставить? 11 градусов, Артур. Подожди, пошли со мной. Пошли со мной. Тут типа надо смотреть. Пошли. Плохо, блядь. Ну, пойдем. Пойдем на пристань и смотрим воду. Нас попросили. Дыхнул. Слышал? Да хуй с ним, а. Это ты сейчас кричал? Вон воду смотри. Да, это прикол. Это из этого из фильма, да? Да, наверное. Она муха дыхнула, мужики. Ну мы даже не поняли, где пока ничего, а деньги-то уже потратили. Понимаешь? Человеком, который сидит в фургоне и ничего не делает.
Да он уже не в фургоне. Дангар, ты нашел ее? Ты понимаешь, что когда мы так много разговариваем по рации, она все больше и больше агрится, и мы умрем. А я умру первый, потому что меня постоянно первым вот это вот. Ну, в общем... Выкини мощный фонарь, я покажу тебе, как работает обычный. Не надо, я знаю, как работает. Этот человек еще что-то про разводы говорил. Ага. Я, говорит, покажу тебе. Да? Не, я бы не купился, вот честно. Смотрите, я уходил аж сюда, вот смотрите, вон там он, Гимбик, налево. Пускай пока потусует там. У нас только что была активность на 10. Угу. Никто не хочет заглянуть во... да. Давай сюда! Сюда давай! Господи, ты что? Ой, ужас какой. Смотри, возьми вот эту штуку, смотри. Брось свою, вот эту камеру, она не нужна нам. Возьми этот EMP, да чтобы полить. Ладно, сейчас, подожди, дай там, давай там камеру бросим, чтобы прямо можно было посмотреть. Да. Давай, я спички возьму просто. Дангар, она на входе. Дима, оно все, этот, 9, все нормально. 7, 10, ну ладно, F. Так, мне же сейчас просто F надо нажать, да? Боже, она там плачет. Она там плачет. Дима! Дим, Дангару пизда. Прием. Да? Вас обоих убили, да? Ну, ребята, я могу сказать, что карта говно. Ну, то есть она, по-моему, вообще какая-то никакая. Я не знаю, на самом деле. Призрак, если вы, типа, со мной, то... просто знайте, что... я человек... бесстрашный, поэтому я сейчас закинусь таблеточками. Смотрите, у меня 51%. Теперь я беру благовоние. Я, правда, не помню, каким образом поджигать его, но, в общем, да. Угу. И, короче, буду искать ее. Одна проблема, я так... Подожди, я передумал. Ладно, поехали домой. Я думаю, смотри, нам сейчас нужно выбрать просто, какой это призрак, да? А мы не знаем, какой это призрак, потому что их тут, ну, типа, просто 500. Поэтому я выберу, допустим, Юрей и поеду. Я надеюсь, вы успели поставить, потому что, еще раз повторяю, в общем, да. Чё ты там кидаешь? Блин, это Джин и чё? Это был. Джин? Джин. Почему Джин не дал нам выбрать нормально? Куда поехал-то? Да я вам сказал, говорю, я сейчас выберу. Она ползала на пузе. Ну ты сказал, я сейчас выберу и сразу поехал. Ну я сказал и поехал. Я буквально на секунду. Я вообще не понял, смотрите. Короче, смотри. Говорят, нужно выключать фонарь вообще полностью. Надо вообще все выключать. Ну, да. А так я, и надо. Типа, я вообще, блядь, был самым примерным игроком в этот раз. Я не кричал, не орал, я сразу ушел. Смотри, когда мы возвращались обратно, когда мы погуляли по дому, возвращались обратно, я такой, где выход, где выход? Вышел, короче, только я зашел в этот автобус, и все, и вы умерли. Как вы умерли? Буквально за 2 минуты. Что вообще происходит? Ну, я-то пытался спрятаться, а Дангар, блядь, сел в кусты. Он сел в кусты. Просто человек идет и садится в кусты. Все, блядь. Знаешь, он бросил такой вид, короче. Я иду на Дангара из своей мертвой палатки. Идет Дангар такой, знаешь, уверенным шагом. В это время у него из рук вылетает штатив. Дангар включает шифты, блядь, и садится в кусты. Все. А дальше смерть, нахуй. Мы молодцы, мы так классно. Деньги копим. Мы вообще благовонию я положил. А кто постоянно кладет неоновую палочку? Я просто не понимаю. Вот, ну, как и нахуя здесь? Неоновая палочка. У нас что-то рейв-пати, что ли?
Так, смотрите, а что еще мне купить? У меня денег кончились. 246 рублей. 240. А, 240, нифига себе. У меня 260, как бы. 246. Вы что, откуда ты сказал, что все кончилось? Да, Дангар, Дангар, могу штатив тебе купить? Подожди, Артур, когда ты говорил, что у тебя нет денег, сколько денег у тебя было? У меня было... У нас, походу, разные понятия. Ну, смотри, буквально вот, ну, недавно у меня было 5000, сейчас у меня 200 баксов, это мало, нет? Ну, как бы нет, нет денег, это когда 10-20, а не 250. Смотри, придет к тебе Билл Гейтс, да, у которого там миллиарды, и скажет, у меня осталось 2 миллиона, и говорит, нищий просто, понимаешь? Ну, по-своему он будет прав, да? Да, просто как бы это нет, это он не нищий. Он не будет прав. Он не будет прав. Нищий он, когда останется. В его глазах он будет прав, он будет ныть, понимаешь? Он будет недоволен своей жизнью. Поехали, короче. Так люди-то не поймут вот этих вот размеров. Да, люди эти никогда не поймут, как бы нас, богатеев. Нас, миллиардеров. Сколько оно там стоит? Подожди, а почему лазерный проектор находится в основном снаряжении? Что в нем такого основного? Ну, видимо, он как-то клевый. Подожди, с его помощью некоторых признаков, призраков теперь... Тьфу ты, ебаный поговорил. С его помощью некоторых призраков можно обнаружить теперь, понимаешь? Карантин. О, боже мой, вот да, это страшно, да. Вот это... А что происходит с вашим голосом? С нашим голосом все хорошо. Алло. Нормально. Нормально. Все, Артур сломался, Артур сломался, Артур сломался. Не, Дим, у меня нормально, Артур. Ну, если у него не нормально, то Артур, это Артур, Артур. Артур, Артур, Артур. Ну, да, я Артур, слушаю. Артур, Артур. Что такое? Ну все, Артур сломался у меня. Ну, поехали скачать. Домой, ладно, поехали. Я сейчас перезайду. Не, все, Артур сломался. Угу. Давайте перезаходим. Ну, а Артур, а ты можешь перезайти в это лобби? А подожди, а он может перезайти? В лобби? Я могу перезайти в лобби, но я не могу вернуться в игру, я думаю, которая уже в процессе. Так, ну, я сейчас поп... Так, у меня микрофон включен, ты все равно меня слышишь. Кто-нибудь из старой гвардии жив остался? Джек Шепард от Games Shoes. Вот были времена DayZ. К сожалению, да. Все живы, курилки. С ними все хорошо. Поэтому порадуйся за них, ладно? Кто-нибудь, говорит, жив остался. Сейчас Дангар, так как он вообще не хочет оставаться в фургоне... И пропал, да? И пропал, я понимаю. Да, и пропал. Спасибо, да, я сумею. Да не вопрос. Так, в чем замута? Так как Дангар... Вот смотри, так как Дангар не хочет оставаться в фургоне, да пойдем, он будет читерем. Подожди, Дангар, смотри. Ты будешь говорить раз, два, три. А мы с Артуром на счет три называем камень, ножницы, бумага. Угу. И кто выигрывает, тот, соответственно, остается в фургоне. Ага. Да какой еще вы будете пойдет, в фургоне так? Показывать геймплей? Пойдемте все вместе, все. Хватит, да нет, давай, давай, давай смотри, просто смотри, проверим ну, как работоспособность. Не хватит, кибер, камень, ножницы, бумага. Сейчас проверяем работоспособность. Давай, давай, давай. Давай, Артур, готов? Давай, да, хорошо. Давай. На счет, у кого-то как только он говорит слово «три», в этот момент одновременно. На счет пять? На счет три, на счет три. Пять, пять. Ладно, давай пять. Давай пять, хорошо. Давай. Давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Прям на пять, на пять вместе с ним. Именно называем. На пять. Ё-моё, я жму. Тут ничего. Давайте, раз. Так. Ага. Два. Ага. Три. Угу. Ага. Четыре. Угу. Ага. Камень. Бумага. Ну я подожду тут, ребята. Я, в принципе, без проблем. Открывай, Данга. Надо одновременно говорить. Я не знаю, мы синхронно не сможем, понимаешь? Типа, ну, в принципе, вышло норм, да? Почему? Ключ? А, блин, у меня ключ. Ну, типа, пошли все, хорошо, я-то ключ взял. Ладно, так, мощный фонарь я взял, хорошо, пошли все. Хорошо. О, три! Так, вижу зайца еще призрака. Четыре. Где? Вот тут три, я стою. О, градус один. Плюс, но плюс. Дангар, крикни испанцы на счастье, да. Все, все, катка завершена выигрышем 100%. Спасибо. Я сейчас приду. Куда ты? Я все понял, кстати, без слов. А, ну зачем? Почему в фургоне минус 8? Где-то здесь. Посмотрите вон в термометр. Я вижу, как у вас. Я вижу, как у вас пар изо рта идет. Все хорошо, да? У меня просто насморк, и я не думаю, что это, ну, я простудиться могу. Это настолько охуенно, что ты даже не представляешь. Вы сфотографировали призрака? Да мы сейчас и призрака, и друг с другом, и как угодно, чтобы
потом вспомнить, что было, да? Так, ладно, я выдвигаюсь. Подожди, это... Или это огонек? Подожди, у них тут может быть костер какой-то справа, от которого угли летят? Вы это видели? Опять, смотри, я просто не знаю, может у них тут костер, это какой-то новый, вот, партикл. Видишь, похоже на костер. Ребята, рядом с вами большой костер есть? Я около вас, если что. Блядь, что у них там происходит? Артур, иди к нам, иди сюда. Артур, пошли сфоткаемся домой. Да, фоткай, ждать тебя, а иди сюда. Вы звучите подозрительно, вы точно неодержимы? Да нормально все, иди. А что, свет потух? Блядь, погас огонь, подожди там. Я же говорил, что это костер. Ребят, я уже вдвигаюсь. Они там, походу, водки нашли. Еще раз огонек пролетел. Это не огонек, это искры, понимаешь? Искры, которые летят из костра. Их тут по 3-4 штуки пролетает. Это не огонек. О-о-о. Я видел на камере. На камере было видно призрака. Но это не огонек. Вы видели чат? Вы видели, да? Так точно. Вы что там делали? Они поехали. Ты все пропустил, ты все пропустил. Да ты все пропустил, ну что такое, ну звонили тебе, звонили. Я приходил туда, там никого не было, куда вы девались-то? В смысле, куда ты, как понять, никого там не было? В смысле, блядь, никого там не было? Мы там были, в смысле, никого не было? Я подошел, там было темно, и вы где-то рядом, короче, фонарями светили. Я пока вас искал, вы тут уже. Как вы здесь оказались? Все, окей, поехали домой. Подожди, ты уверен? Ну, 100% огонька же не было. Но мы ни одной задачи не выполнили. Никто не сфотографировал, хотя Дангар обещал. Да мы фоткали. Как да, мы фотографировались? Да, это, Артур. Подожди, а как он включается? А что ты хочешь? Открой журнал, Артур. Ты что, ты такое пропустил, пиздец? А почему ты меня не сфоткал, Дангар? Что за херня? Не-не-не, ты не видишь. Артур видит обе фотки, а ты... Я вижу обе фотки, да. Фотки просто огонь, на самом деле, понимаете? Ну, типа... А, все, это мы вот... Ну, ты зря, ты все пропустил. Вот это было все. Просто на моей фотке меня нет. А на твоей фотке ты есть. Но есть, все. Ладно, пойдемте искать. И чё? Оно того стоило? Ты все пропустил. Да я не знаю, что тут пропускать на самом деле. По-моему, тухлая вечеринка. Господи. Ну, смотри, что происходит. Подойди сюда. Смотри, что происходит. Смотри. Ты все пропускаешь. У нас тут такие тусичи были, просто невозможно. Садись к костру, я тебя сфоткаю. Давай. Садись, Артур, я сфоткаю тебя. Садитесь вдвоем. Давай. Давай, обнимайтесь. Подожди. А мы прыгать можем? Смотрите в камеру, вы смотрите в небо куда-то. Вот, нет, так плохо, так ты сгоришь. Не-не-не, так, нормально, ближе. Нормально. Вы не в фокусе. Подожди. О. Давай вот так вот. Давай. Нормально? А заебись, да. А кто свет потушил? А можно его разжечь? А вас не видно же будет. Вас же не видно. Крэнг, бля, ебать его в рот. Так, мы же достигнут раз... Скажите кто-нибудь это, как там зовут? А, ты можешь нажать J и посмотреть. Дженнифер Джонсон! Ой, зря. Дженнифер Джонсон, выходи, встань! Да еще лишний раз, подожди! Все, сколько МП? Сфоткал, бля, буду сфоткал! Сфоткал! Так, а сколько МП это было? А я не знаю. А ты фотоаппарат с него возьми и сфоткай его теперь. Где он? А вот у него где-то, раз он сфоткал, значит где-то у него. Сфоткал, говорит. Ha ha ha.
не сфоткал. А ты уже убежал. Сыси, нужно проверить, смотри. Он, говорит, сфоткал, да, а он да, не сфоткал. Да, да. Класс, сфоткал. Все, поехали. Короче. А что ты хочешь? Поехали, да, не пей, папа. В общем, все, поехали. А ты выбрал Они? Дима, поставь, пожалуйста, Они там. Или, ну, что ты думаешь, нужно поставить? О, Димка кидает штуками какими-то. Дима, блядь, сфоткал просто. Эту фотку никто не примет, понимаешь? Все, все выбрали, поехали. Да, поехали. О, 110 ну, видишь, баксов. Правильно все. Ну да, но ты да, не сфоткал. Нормально, да. Ты фотки свои видел? А почему тебе 110-то дали? Ну потому что, как бы, к богатым людям деньги нет, идут, понимаешь? Эх, а мне всего 44 дали. Ну ты умер, наверное, ты потому что... Да? Всю эту... А ты в гараже просидел? Я координировал. Ну, людям в штабе платят больше, чем солдатам, понимаешь? Кого ты координировал? Ты сидел, не пришел к нам. Давай начнем с того, что типа как бы мы камень-ножницы бумаги. И, кстати, я сфоткал. Да никого ты не сфоткал. Я видел, как она бежит. Ну да, но значит я не сфоткал. Я вас сфоткал, во-первых. Это гораздо ценнее, чем какой-то ебаный пример. У нас тут все фотки каких-то просто людей около костра, я вижу. Да, ну, это вот самые крутые это фотки, мы... ты чё, да. Дангар, скажи 300. Ну скажи 300. Ну 300. Дангар, скажи 300. Всё, что я сказал? 300, говорю. День народного единства. Ой, блядь. И вам прикол, вот это прикол, да? Ты думал, что я вот так, а я нет, я нормальный. Кто-нибудь, возьмите, пожалуйста, термометр. Мы же на профессионале, да? Так, короче. Да. Это плохо. Это хорошо, сказали, он сложнее еще стал. Ой-ой-ой! А, блядь. Музыкальные паузы здесь начали. Это было хорошо. Дангар, скажи 300. Да все, хватит, давай. Дангар сегодня икать будет, я думаю. 300. Дангар, скажи 300. Ты бегаешь слишком быстро. Боже мой. Мы в этом шкафу с тобой сидели. Да. Ну, может быть, оно теперь на рандоме просто? Да и все забиты. Да и в этом шкафу я тоже умирал. Тихо! Ой. В смысле, почему? Да случайно. Ты что, пугаешься? Зачем ты это делаешь? При этом Дима тихо, Артур все замолчал и сразу куда-то убегал. Сыси, я как бы пытаюсь выжить, алло. Так, сейчас камеру притащу туда. Комната с машинками, вот этого что ли? У меня есть дневник, смотри, дневник кладу. Да иди ты нахуй от меня, заебало! Ой, божечки. Артур? Ну? Дима умер. Да, я знаю. Можешь соль, если у тебя есть, посыпать на входе там. Ну вот это вот все. Угу. Куда ты пошел? Давай, говори, Артур. Слушай, куда ты пошел? Говори. Стой. Смотри, да видишь, что он или нет, а я буду пока рассудок смотреть твой. Куда ты пошел? Какой рассудок? Вот же ты гадость такая-то. Посмотри, куда ты убежал. Ты куда убежал? Ты че, ушел? Я не понял. Возьми распятие с собой, пошли, соль возьми, давай, погнали. Пойдем. Спроси, давай. Вон. А что рассудок? Рассудок меньше, скажи, напиши что-нибудь. Напиши что-нибудь. А как работает распятие? Просто в руках держи, либо на пол бросай. А надо нажимать или что-то во время распятия? Ничего не надо нажимать, только истерить и падать. Все хорошо. Точно? Да. Опа. Так, там следы на соли. Угу. Следы на соли. Но следы на соли это же не вот это вот. Это просто следы на соли. Там следы на соли. Тебе нужно пойти и сфоткать их. Скажи что-нибудь.
Он дал нам знак. Он кинул со стены что-то. А, это, блядь, Дангар. Ой, со стены куплено. Это Димка. Чё? Это ты сказал или тут по радио что-то сказали? Нет. Это ты дурак слышал звук какой-то, типа Дангар? Да. Чего? Это как? Это Димка говорит? А как? Это не в Дискорде даже, а как это? Это радиоприемник, и она отвечает. Хорошо. Нам ответили, это Андрю. Уходим. Вот так, видишь? А прикинь, это Дима просто выключал свой... Это Андрю, да. Дима, это Андрю. Отметь. Дима, Андрю ставь. Андрю. А почему ты голос Димы был? Не нажимай. Да, голос реально Димы был. Угу. Что ты там кидаешь? Это был Андрю? Все, нормально. Распятие, походу, сработало, да? Поехали. Да, видишь, оно я поломано. Кайф. Вот это было нормально. Ну, относительно. Посмотри, как мы молодцы, да? Угадали. Бабло сюда поднесли. Смотри. Два раза уже, а? Че так мало-то, блядь? Да нормально. Нормально, 135. Я вообще деньги не коплю. 150, 180 этих дали только что. Сколько тебе дали? 180. А почему мне дали 22? Ты половину моих забрал, что ли? Да ты, наверное, умер, потому что... Ты у меня по карманам шарился, пока я, блядь, ходил куда-то, или че? За фото обычных следов на соли денег не дают только за ультрафиолетовые. Что за бред? Призрак в двери постучал, Дангар, о, ребята, я помчал. Это какой-то, вы понимаете, это массовый какой-то кибербоулинг Дангара. Человек просто пытается выжить. Ну, по нашим трупам идет, конечно. Бля, не могу. Дима. А в каком доме мы были, стоп? Дмитрий. Слушай, а ты по рации не говорил? Как слушаю, да. Ты по рации не говорил, когда мы... Нет, я не говорил. Почему вам, что твой призрак? Голос был? Как не, это... не говорил, это призрак. Как это работает? Да я не знаю, я вас кружку кидал, гоготал, а с рации нет. С кружки я срался, да. Подожди, это я включил рацию? Подожди, это радио я включил или оно само? Нет, радио начало работать само. Да надо, подожди. На кошмаре, короче, призрак будет скрывать одну улицу. Нет, это я его включил. Я включил и испугался. А Дангар включил, съебался. Ну, это... Тут раньше какая разница бывает. Мы в подвале тут нахожусь. А мы не верим. Ты смотрел на камеру, идущий на огонек? Дай нам знак. Нет, кстати, пойду посмотрю. Я пойду в фургон. Куда? Стой! Я пойду в фургон смотреть сейчас. Да все. Сейчас. Каждый. Дангар! Вы все уже смотрели, дайте выжить хоть одну хатку. Скажи что-нибудь. Что-нибудь? Да нет ты. А, ладно. Так, при. Нет. Охуеть. Я не ту кнопку нажимал, все понял. Камера включена. Очень плохо видно на камере. Камера включена, но нихуя не видно внизу. Она направлена вообще не туда. Вот так нормально. Вот повыше. Ничего не понятно. Вижу какие-то, блядь, полы. Ну заебись, поставил камеру. Ага, не хочу, говорит, умирать.
Ну, я думаю, сам теперь будет ставить. Угу. Классно, поговорили. Артур, неправильно камеру поставил. Неправильно. Надо камеру поставить. Ну, так поди и переставь. Дангар живой, да? Вот просто вот я вот вообще гарантирую. Понятно. Ну, я просто слишком много уже жил, поэтому хотелось погеройствовать. Я не думал, что эта штука меня, в принципе, сожрет. Артур, если тебе ответили в приемник, кинь тарелку. Артур, если тебе не ответили в приемник, кинь тарелку. Что-то, блядь, произошло. Че, сфоткал, да? Классно висишь, что ты знаешь. А вы, если вы здесь, идите за мной. Мне нужны подсказки, чтобы угадать правильный вариант. Так, если Артур здесь, кинь тарелку вот сюда, вот на эту площадку. Так. Ай, хорошо. Артур, а у тебя ответили... Артур, возьми тарелку. Угу. Если тебе ответили в приемник, кинь тарелку. Если не ответили в приемник, кинь тарелку. Хорошо, тебе не ответили. Все, закрываю приемник. Отлично, ладно. Приемник вычеркнуть. Теперь не подходит полтергейст. А у тебя... Возьми тарелку, Артур. Возьми тарелку. А, нет, не надо, не бери. Вот. Что, блядь, ты его путаешь, ты путаешь его. Артур, я... Да, блядь, не путайте меня. Бляха. Артур, если у тебя была минусовая температура, кинь тарелку. Да что ты кидаешь? Так, Дангар, если ты нам мешаешь, забери кружку. Так, дальше, смотрите. Артур, если был призрачный огонек, кинь тарелку. А я что, по суше-то? Да что ты кидаешь-то? Призрачный огонек тоже не был. Тогда ничего не подходит. Смотрите, короче, я поставил записи в блокноте 100% были, отпечатки рук были 100%. Ну. У меня зачеркнуто ЭМП, его нужно убрать из зачеркиваемых. А нужно оставить приемник 100%. То есть, смотрите, получается минусовая температура. Тут просто в чате говорят, что минусовая температура... Артур, если ты точно знаешь, что что ноль считается минусовой температурой, то кинь тарелку. Да они типа... Подожди, блядь! Да ладно! Я неправильно кинул! Кинул! Я понял. Так, все, смотри, значит, минусовой температуры не было. Мне еще говорили, что был, короче, минусовой, призрачный огонек. На лазерный протектор я не посмотрел, потому что там ничего было не видно. Ноль, не минус, все правильно. Так, Дангар, если ты вообще что-нибудь нового узнал, кинь кружку, если да. Нахуй ты принес ему это? Не понял. Артур, ты что-то новое узнал? А что ты узнал? Все. Теперь полная жопа. Прикольно. Не учил гарантин на мы, да? Кибербуллинг тарелками пошел, все ясно. Короче, я не знаю, кого ставить. Тут либо демон, либо мюлинг. Радионаемник чисто не ответил. ЭМП точно не было пятого уровня. Ну, значит, это демон. Получается, что это демон. Ставьте демона, поехали домой. Какой демон? Это мюлинг. Нет, отмена, ножика надо в него кинуть. Да не, пускай ставит демон, он был неправ. Это мюлинг. Это мюлинг. Мюлинг. Окажется полтергейст. Ну, типа. Это пиздец. Дангар всю катку уже заруинил, если этот спиритический. О, боже мой. Так, смотрим. Полтергейст! Ну, вот я говорил. Какой полтергейст? В смысле? Я говорил. А почему полтергейст-то? А сколько денег ты дали? Я объяснением. Полтергейст. 75 дали. Полтергейст. Я поставил полтергейст. Классно. Давайте ничего не покупать, а на кошмаре сходим. Ты кидал лишние тарелки и спутал вообще все. Это Артур. Давайте на кошмаре сходим. Сразу, да. Давайте на кошмаре сходим, просто без ничего. Я думаю, на кошмаре с голыми жопами. В выборе. А, да. У меня денег нет, все кончилось. Да берем все, давайте.
На кошмаре, короче. Сколько тебе денег? Ну, покажи. У меня денег нет вообще. На кошмаре. Что ты врешь? 497 всего. Так я, подожди, если у тебя 497. Если у тебя 497, и это мало, точнее, нет денег, то у меня 397, я в минусе на минут 100 или что? Нет, ты богат. Как это считать? Вполне себе состоятельный мужчина. Нет, я считаю, что. Нет, я считаю, что брать ничего не надо, потому что мы сейчас в любом случае проебем. У кого термометр? Я думаю, что называть его по имени точно не стоит вообще ни разу. У меня нет термометра. Не, у меня благовоние. Возьму. Давай, Артур, давай украдем штатив и выкинем его. О, кайф, давай, подожди. Его можно разобрать от штатива? Ща. Не, ты камеру-то оставь, а штатив. Вот, вот так, нормально, пускай ищет. Так а ты камеру-то надо забрать. Стоп, я же тут камеру оставил, куда она делась? Какую камеру? Подожди, это что, след? Куда камеру дели-то? Какую камеру-то? Мою! Да никто не трогал твою камеру! О, тут еще один выход, аккуратно. Ну, типа, если что, можно свалить, если охота начнется. Да кого уже закроется тоже 100%. А, ну да. Ну я, короче, если что, стою с АМП. Угу. Я с благовонием, если что, буду пытаться его отпугнуть. Ты палишься, Дима. Дима, ты палишься. Стоял до упора, короче, чтобы он не увидел. Вот он не увидел же. Первый раз прошел, не заметил. Стою в углу с АМП, бля, как дурачок, да. Сразу минус 3, такого не будет. Мы смотрим, сейчас затащим. Опа! Ты выключил фонарь! Да, это я выключил. Артур, фонарь. Артур! Да, да, я просто выключил фонарь. Все хорошо. Зачем ты его выключаешь? Где, Дангар, ты где? На улице, так на... Ну понятно. На улице? Зачем он кричит про 8, блин? Тихо, Артур! Так, ты где? Тихо! Что такое? Идиот! Где? На каком этаже хотя бы? Третий, второй, первый? Крылая, дверь! Мужики, дверь! Артур, ты поджег благовоние? Нет. Почему? Она далеко пока. От меня. Ты в соседней комнате? Да, я через стену от тебя. А, все нормально, значит. Так можно выходить, ничего не происходит. Да нормально все, она успокоилась, да. Все, пошли. А штаб, прием, как там дела? Нормально, нормально. Зажигай! Мужики! Вы там где? В пизде! Где? На втором или на первом? А, да? Ну чтоб ты сдохла, тварь! А чё я-то? Я её поджёг. Я её держал в руках, именно когда у меня мигала лампа, типа я всё делал. И в результате, смотри, сейчас... Называется «Довоёбнулся», да? Чтоб ты сдохла, тварь! Посмотри, у нас сейчас ни одно задание не выполнено, смотри. А, да, серьёзно? Я всё сделал! То есть я герой, я молодец. Смотри. Зажечь благовоние возле призрака. Где ты что сделал? А, вот. А ты меня как слышишь? А ты выжил, что ли? Подожди. Она нас обоих убила? До меня только доперло. Я даже не думал, что ты меня слышишь вообще. Ага. Меня первого не бануло. Смотри, потом тебя. Я же тебе говорю, я слышал, как ты кричал про тварь и умер. Вот это мой профессионал. А какие доказательства у нас были? Никаких вообще. Отпечатков не было. Ничего не было. Все, поехали, получается. А почему он получается из одной... Вот видишь я... Из одной комнаты в другую быстро так перешел и ёбнул, что ли, что да, происходит? Да, ага. Ебать.
Дангар вышел в фургон, возвращается. Ебать. Что за прикол? Зашел на метр в дом, я думаю. Где он? Нет, потому так. Что я сюда, когда заходил, уже все готово. Думаю, и... дай выгляну в окно, там, наверное, Дангар. Поворачивайся, а Дангар идет. Как бы все. А вот Дангар лежит. А, это ковер. Не-не-не. Это коврик какой-то. Я думал, Дангар. О, он пошел вещи собирать. Пойдем, посмотрим, как его грохнут сейчас. Так, он идет. Включи пока там, чтобы она это там, чтобы он идет. Не холодно было. Ага, смотри, он. Он идет, дай ему пизда. Он бесстрашно идет. И все, за ним идет охота. Так. А, все а уже? Подожди, а, быстро, быстро. Ну, быстро, да, быстро. Хорошо. Сходил, блядь. Сходил, ебать, нормально. Забрал. Это Unreal. Я тебе говорил, надо нового ставить. Видишь, это Unreal. Я тебе говорил, надо было ставить новым. А кто же знал-то, ну? Дангар, ты так классные вещи сходил, забрал прям. Мне понравилось. Поставим каждый на новый. Классно. Сегодня прямо не фартит. Да нормально сегодня было. Нормально. У меня 481 доллар в итоге. 481? Подожди. Дангар стал дороже меня. Не убивали всех троих. Мы же сегодня хотя бы что-то новое сделаем. Нас втроих ни разу не убивали. Ну вот, под конец. Классно поиграли. Спасибо большое. Сегодня что-то новое появилось, уже нормально. Даже может потом будет еще раз поиграть. Я говорю, я присылал вам игру, вот эту вот, которую я не помню, постоянно забываю, Forewarned она называется, она кривая, но типа на эту тему только про Египет, там, мумии и что-то такое. Вроде там тоже забавно. Ну ты же говоришь, что ты видишь, какой занятой, раз в месяц только у тебя выпадает свободный. Да, эта неделя просто забитая. Ну, на следующей придумаем что-нибудь. А предыдущая неделя? И предыдущая, что предыдущая? Забитая, я на предыдущей... Смотрите, как получилось, чтобы вот это потом не звучало. На предыдущей неделе их звал я, на этой неделе их звал я, и в результате типа я плохой. Окей, хорошо. Так оно и бывает. Мы тебе сказали на прошлой неделе вообще, пошли с нами. А ты говоришь, нет, я все, я занят, я никуда не пойду. Я говорю, пошли, вы говорите, нет, мы не можем. А потом такие, а вот теперь пошли. Я говорю, ну я не могу, потому что тогда не могли. Ну вот и все. Мы же про тогда не разговариваем, мы разговариваем про тогда. Мы заговорили за прошлую и за эту, да. А еще мы в камень, ножницы, бумага играли, да? Давайте это тоже вспомним. Это нечестно получилось. В следующий раз надо играть честно. Если гривна 5, значит... Ладно, я обещаю вот честно на 5, вот прям. Ну, то есть по таймингу. До свидания, ребят, было хорошо с вами. Да, до свидания. Да, давайте, пока-пока. До свидания за компанию. Вот. Пока вашим чатиком. Блин, а что она не выключается? Не знаю. Не надо, зачем сидеть здесь? Ну, видимо, да, придется. Ну, ладно. Ладно, всем спасибо, всем пока. Всем пока во всех трех чатах. Спасибо за суперстикеры, за подписки, за присутствие, за все. До встречи на следующих стримах. Можно плюс в чат поставить на всех трех чатах, если вам понравился этот кооп. Да, если вы считаете, что Артур слишком занятой, и нужно немножко поменьше ему делать. Грубо. Нужно поменьше ему заниматься своими занятиями и побольше, соответственно, Египет, заброшенные дома и прочее. Хорошо. Вот. В следующий раз напишу, опять скажут, мы не можем, у меня пятка болит, там вот это вот. Ну, я понимаю. Вот это уже пошли выдумки, вот это вот уже пошло придумка, такого не было. У меня голова будет болеть там. В понедельник я не смогу. Понедельник день тяжелый, а что поделать, так оно всегда было. Ну, вот. Все. Да, всем до свидания. Угу, всем пока-пока, всем спасибо за компанию. Да, я выключаю стрим. Все, всем до свидания. Угу. Чат, сегодня было хорошо. Я поначалу, на самом деле, действовал, как обычно, в интересах группы и выигрыша, но потом понял, что лучше действовать, как обычно. Сразу после этого нас перестали убивать, и мы начали добиваться цели. Ну, я эти-то там... Было весело, короче говоря. Ну что, ребят, давайте на сегодня заканчивать. Пойдем дальше заниматься своими эротичными делами. Ладно, дамы и господа, спасибо большое за компанию. Вы классно сегодня помогали и давали советы. Да и в целом были большими молодцами. Ладно, дамы и господа, в общем, это все лирика. А суть в том, что я, в общем, не буду кривить душой. Я вас всех люблю. До свидания. Пишите письма и спасибо за донаты, подписки и все прочее. Спасибо большое за сердечки. Увидимся, гайз, завтра. Всем пока.
Mm-hmm.